Señoras y señores, друзья, всем привет, точнее не друзья, а дорогие дамы, девушки, очень рада вас видеть на танцевальной тренировке. Мы с вами сегодня будем танцевать сальсу, я в каблучках. Если вдруг у вас нету сейчас возможности обуть какой-то небольшой каблук, можно спокойно делать это босиком, можно в кроссовках, в любой в танцевальной обуви. Самое главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Включайте телефон или компьютер погромче, чтобы было слышно трек. Готовьтесь к тренировке. Мы с вами начнем с разминки, поставим ноги на ширину таза и начинаем движение с головы. Нам нужно размять все свое тело. И точно так же сделаем головой движение вперед-назад. И еще пару раз. Также в сторону наклон еще раз. И несколько разворотов. Отлично, переходим на плечи. Здесь уже не как в силовой тренировке, да? Движение маленькое. Давай также только быстро. Чуть меньше движения плечи. Отлично, работает только правое плечо. Делаем движение вверх, вверх, вверх. Давай так же быстро. Оп, маленькое движение. Только плечо, только плечо. И другая сторона, большой круг. Внимательно плечи убираем назад. Добавляем движение плечо. Сдвигаем корпус. Хорошо? Давай чуть-чуть побыстрее. Можно убрать на пояс, можно оставить внизу. И также вперед. Право, влево, по одному. Старайтесь отвлечься. Нам нужно расслабиться и потанцевать. Чуть-чуть быстрее. Трясочку. Давай сделаем медленно, смотри. Вправо вперед, влево назад. Каждый раз делай удар. Удар. Бум. 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 Готовы? Увеличиваем темп. Легкая тряска. Хей. Давай добавим движение корпусом в сторону. Посмотри, кисти расслаблены, но при этом энергию, да, у нас не висячие руки, в кисточках энергия и легкая трясочка. Потом добавим бедра. Хорошо, внимательно посмотри на меня, потянись вперед и округляй корпус, вытянись назад. Чуть быстрее вдох и выдох. Тянемся. Обрати внимание на кисти. Увеличим амплитуду, увеличим темп. Оп. Убираем руки, оставляем только корпус. Две. Тянемся грудной клеткой. Еще. Готовы? Будет быстро. Диагонали в одну и в другую сторону. Смотри, работает корпус, да, но кисти все равно добавляют пикантности движением. Это чуть женственнее.
Попробуем быстро. На каждый счет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Точно так же корпус падает назад, округляясь. Оп, оп. Только корпус. Колени все время мягкие, чуть-чуть быстрее. Амортизируем движение. Давай чуть-чуть бедер добавим. Полностью работает корпус. Супер! Вместе со мной вправо, влево. Потянись с одной стороны, за другой также. Стараемся растянуть боковую поверхность. Еще. Бедра закрепить, да? Работает только верх тела. Еще. Оп. Готовы? Быстро. Убираем руки. Оставляем только корпус. Самое время добавить плечи. Ухожу направо правое плечо, налево левое. Медленно, медленно. Корпус вместе с плечом. Готовы? Быстро. Перейти на бедра. Посмотри, колени согнуты теперь еще чуть больше, чем были. Просто раскачиваем бедра. Пока что у нас нет никаких конкретных правил. Расслабить бедра. Точно так же, только амплитуду увеличиваем в два раза. Вот, вот. Да. Давай сделаем помедленнее и поглубже. Вниз. Хорошо, добавлю удар бедрами из стороны в сторону. Сделаем так, чтобы в бедрах появилась тряска. Также на счет три. И убираем назад. Раскачиваем. Через низ. Чуть-чуть быстрее. Да, продолжай. Оп. Еще нам нужно раскачать бедра. И продолжай. С вами сейчас квадрат, который нам понадобится вообще в любой танцевальной связке, в любом движении. Мы опускаемся вниз, колени согнуты, делаем движение в сторону, подкручиваем таз вперед, снова в сторону и убираем назад. При этом корпус не подвижен, только бедра. Давай медленно. Раз, два, три, назад. Еще. Раз, два, три, быстрее. Раз. Два, три, оп, раз, два, три, назад. Колени мягкие, смотри, корпус не работает, только бедра. Отлично. То же самое, только в другую сторону. Давай вперед, в сторону, назад, в сторону, вперед, в сторону, назад, в сторону. Опа. Еще. Точки, да, чтобы когда рисовали круг, у нас с вами не возникало вопросов. Внимательно, теперь все четыре точки соединяем в один большой круг.
получается. У нас ягодицы сзади, да, бедра сзади. Соответственно, акцент бедрами тоже в задней точке. Да. Класс, в другую сторону также медленно. На раз. Опа! Не спеши, давай сделаем медленно. И вот теперь расслабь бедра, быстрый круг. Колени мягкие. Рисуем круг. Давай в другую сторону. Присядь, присядь. Хорошо. Внимательно, я стану боком. Вы вместе со мной опускаем корпус вместе с бедрами вперед. И также назад. Подкручиваю бедра и плечи вперед, назад. Дыхание сейчас всем телом. Посмотри, сделаю акцент вперед, вперед, вперед. И бедра, и корпус. Оп, оп. Хорошо, даем быстро. Корпус, бедра, пал. Вперед, вперед. Мы уже делали с вами часть этого движения в начале. Давай, давай еще. Корпус, бедра. Хорошо, посмотри, руки. Убираю их от себя ладошкой. Себе от себя. Пам, пам, пам. Еще от себя, от себя, от себя. Видишь, корпус добавляю автоматически, когда руки уходят назад, округляя корпус. Пам и пам. И бедра. Руки уберем в кулачок. Готовы? Сделаем то же самое, только чуть-чуть быстрее. Раз, два. Работает и корпус, и бедра. Класс. Мы сейчас очень плавно с разминки так раз и перетекаем в основную часть тренировки. Видите, я не стою, танцую. Мы слушаем трек, настраиваемся на латинские ритмы, на соушл. Смотри. Соединяем. Сделаем два шага в сторону. Раз, два. Пока без всяких бедер. Просто два шага. Ну, они у меня, естественно, двигаются, как и у вас. Это происходит автоматически. Но нам это не понадобится. Просто по два шага. Попробуем добавить два шага и руки, которые мы пробовали только сейчас. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Очень медленно добавляю корпус и бедра. Раз. И в другую сторону. Раз. Два. Раз. Давай еще медленно. Оп. Корпус вместе с бедрами. Обратно. Еще, еще. Я сделаю боком. Обратно. Это будет быстро. Пам. Стой, смена. Все, вместе со мной. Продолжай. Так, ну что, наверное, мы размялись. Как себя чувствуете? Тело уже теплое, ритм почувствовали. Напомню, мы с вами сегодня танцуем сальсу, выучим небольшой танцевальный кусочек, но для этого вспомним базу. Сальсу танцуй на 4 счета. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Посмотри, колени согнуты, да? Бедра вообще полный релакс. Как идет нога? Также повторяй движение бедро. На 4 счета. 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Никаких бедер, да, пока? Только шаги. Давай со мной. Раз, 2, 3, 4. Если вы уже, конечно, были на тренировках на моих, до наших онлайн-встреч, и
спасибо, занимались. Вы уже можете добавлять сейчас все остальное, что будет дальше, да? Посмотри, ноги поставлю где-то на ширине таза, присяду и буду рисовать запятую бедром вправо и запятую бедром влево. Вправо и влево. Вправо и влево. Еще раз вправо и влево. Получается восьмерка в бедрах. Раз, два, три, четыре. Видишь, корпус начинает сразу работать. Мы его выключим пока. Нам нужны только бедра. Давай еще. Восьмерочка, восьмерочка. Давай удар. Посмотри. На запятую удар. Бум. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Класс. Шагай в сторону. Раз, два, три, четыре. Оп. Четыре. Добавим восьмерку в шаги. Готовы? Раз, два. Раз, два, три. Еще, еще бедра. Ну что, вспоминай наши шаги. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В эти шаги добавляй бедра. Раз, два, три, точка. Раз, два, носочком легонечко коснуться пола. Раз, два, три, эй. У меня уже автоматически работают руки. Мы с вами сейчас тоже разберем движение руками. Давай еще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Отлично. Сделаем глоточек воды. Я сейчас переключу разминочный трек конкретно на сальсу. Ух. Так, ну что ж. У нас с вами будет впереди только сальса, достаточно быстрый ритм. Попробуем сейчас сделать просто базовый шаг. Готовы? 4, 3, 2, медленно. Раз, два, три, точка. Раз, два, три, точка. Раз, два, три, точка. Продолжай еще. Чем ниже сижу, тем больше движений бедрами. Быстро. Класс. Смотри, мы делали все на 4 счета. Можем 4-й счет спрятать, сделать вместо него 1, 2, 3. В этот момент затянуться вверх. Смотри. 1, 2, вверх. Раз, два, вверх. Вместо 4-го шага вытяни себя вверх. Оп, еще. Раз, два, вверх. Готовы быстро? Сесть, пристать. Давай еще. Я думаю, здесь все понятно. Попробуем потрогать руки. Смотри, рука взлетает вверх. Тыльной стороной кисти. Я опускаю руку вниз, подворачивая. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Смотри, рука мягкая, но при этом в руке нету никакого напряжения. Оп. Вверх и вниз. Попробуй новое движение кистью. Тянусь вовнутрь, от себя, к себе. Хоп. Соединяю. Одна рука взлетает вверх, вторая рука в этот момент идет к себе. Раз. Два. Давай еще разочек. Раз. Два. Чуть-чуть быстрее. Раз. Два. Раз. Хочется добавить бедер. Невозможно работать только руками. Давай еще. Раз. У нас нет никаких
таких канонов здесь, супер каких-то, насчет рук или бедер, как в латиноамериканских танцах. У нас соушал, да, социальный танец, сальса, бачата. Давай выключим руки, будет чуть помягче и быстрее. Раз, раз. Все, заработали руки, в бедрах восьмерочка, уже красота. Давай поставим ноги вместе, соединяя восьмерку и руки. Так, все смотрится отлично. Давай сделаем несколько шагов в сторону. Сохраняем восьмерочку вместе с руками. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Класс. Продолжаем танцевать. Оп. Оп. Вместе со мной. Как дела? Ну что, мы с вами попробовали базовый шаг на 4 счета. Попробовали походить в сторону. Теперь время походить вперед-назад. 2, 3, 4. Также 4 шага назад. Просто шаги. Время добавить бедра. 2, 3, 4 назад. К бедрам уже автоматически прилагаются руки. Можно ножки поднимать чуть повыше. Назад. Отлично. Смотри, вперед-назад можно также сделать движение с переходом. Также базовое, конечно же, на 4 счета. Раз, два, три, четыре. Все то же самое, что мы делали из стороны в сторону, будем делать вперед-назад. Давай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Бедра ходят автоматически. Куда идет нога, туда выходит бедро. Если это левое, да, бедро пошло влево. Вышло правое, бедро пошло влево. Замалим руки. Раз, два, три, назад. Раз, два, три, вперед. Раз, два, три. Готовы быстро, да? Сейчас, естественно, уменьшается. Три, раз, два, три, раз, два, три. Помнишь, я говорила про... Нет, на 4-го шага. Оп. С левой ноги тоже так же медленно. Раз, два, три, четыре. Теперь левая идет вперед вместе с бедром. Правая идет назад, также вместе с бедром. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Оп. Готовы руки, бедра. Тренируйтесь, тренируйтесь. Постарайтесь вместе все выполнять. И движение бедрами, и движение руками. Теперь добавим темп. Посмотри, я не задираю руки вверх, да? Они здесь, рядышком с бедрами. Оп. Ну что, ноги отдохнут, работает вверх. Как будто поправлю волосы, уберу руку по шее вниз также. Оп, и вниз. Оп, и вниз. Бедра все равно ходят. Попробуй быстрее. Вверх. Давай в обратную сторону. Оп. От спины, шеи и вниз через лицо. Попробуй вместе со мной. Оп. Давай еще. Раз. Раз. По лицу, ладошка. Класс, и ручка в сторону, в сторону. Вторая, смотри, в этот момент на бедре. Также только вверх. Жестко и
такая, не знаю, да, не просто вот ладонь, как лопата, а мягкая, но... Мягкая кисть, да, женственная, но при этом мы ее напрягаем, держим в тонусе. Вверх, вверх, там выстрелить должна рука. Точка, точка, вверх, вверх. Готовы? Давай в сторону. Так, ну что? А, давай сделаем еще по диагонали. Одна рука вверх, одна в сторону. И также будем чередовать на бедро. Готовы? Сверх в сторону, вниз. Вверх в сторону, вниз. Вверх. Эй, быстрей. Ха. Ча. Ча. Так, ну что, мы с вами сделали базовый шаг. Поработали с бедрами, с руками. Время попробовать собрать маленькую связочку. Смотри, стою на левой ноге, правая нога на доске. Руки на поясе. Красота, шея длинная. Делаем движение плечом. И этой же ножкой рисуем круг. Убираем ногу назад. Все сидя. Также другое плечо. Оп, и круг. Плечо и круг. Давай еще потренируемся. Правая. И плечо, нога. Плечо, нога. Еще. Хорошо. Класс. Мы с вами сделаем это движение всего дважды. Остаемся сидеть. Начинаем с правого плеча. Плечо, круг. Плечо, круг. Останься сидя. Посмотри, у меня правая нога, значит правая рука. Вверх, вверх. И опускаем руки вниз по телу. Лицо, грудь, талия. Давай еще разочек. Право, лево и вниз. Право, лево и вниз. Если вы умеете делать волну, мы с вами ее учим. В следующий раз можно добавить волну, как бы ладони ходят на волосы. Ай. Давай еще пару раз. Раз, два, волна. И последний. Раз, два, волна. Класс. Тряхнуть ноги. Соединяем. Давай со мной. Плечо, круг. Плечо, круг. Ручка, ручка, волна. Еще раз. Давай. 5, 6, 7. И оп, круг. Оп, круг. Рука, рука, волна. Класс. Добавлю бедро в конце. И последний раз. Ждем темп. 5, 6, 7. Рука, рука, волна. Смотри, я стану сбоку. Сделаю движение ногой вперед, назад. Вперед, назад. Давай в темп потанцуй со мной. Руки, бедра. И также вперед, назад. Развернусь этой же ногой. Раз, два. Раз, два. Давай соединим. Делаем один раз в сторону. Один раз вперед. Снова в сторону. И вперед. Давай еще. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Огонь. Ну-ка побыстрее, да, будет? 5, 6, 7. И вперед, назад, вперед, назад. Класс. Давай еще раз делаем. Вперед, назад, вперед, назад. Супер. Эй.
Y yo soy Noy. Ahí nada más. Manos para arriba todo el mundo. ¡Ay! Y yo. Sentimiento y sabrosura. Pa' que muevas tus manos. Делай шаги, маленькие шаги. В этот момент трясочка. Посмотри. Вперед, назад, вперед, назад. Оп. Еще. Эй. Со мной. Как дела? Что, пора собрать все вместе, как начинали, помнишь, сидя? Плечо, круг, плечо, круг. Кисть, кисть, волна. И ногой движение вперед, назад, вперед, назад, плясочка. Помнишь, время танцевать, будем собирать все вместе. 6, 7 и оп. Как у вас дела? Давай еще много раз потанцуем. Запомним. Готовы? 4, 3, 2, 1. Что еще? Давай. 5, 6, 7 и опа. Sube. Mueve rico, mami. Hey. Me provoca, mírala como me neta. Пару раз еще, будем дальше учить. 5, 6, 7 и оп. Mírala, mírala. Esa chica. Раз, два, три, четыре. Просто шаги. Вспоминаю все, что было. Бедра, руки. Помнишь, мы сделали несколько движений руками сегодня на разминке? Давай добавим. Опа. Рука вместе с бедром. И еще. Раз, два, три, четыре. Как дела? Темп увеличился. Пробуем. 5, 6, 7. Оп. Руки. Oh.
этого готовы? 5, 6, 7, 3, еще. Ай. Волна. Оп. Пятка. Эй. В сторону. Запомнили? Ух, мы сегодня молодцы. Нам осталось совсем чуть-чуть. Готовы сначала? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
Готова? Готовы? Старайтесь запомнить сами, да? Без меня. Ну что, последний раз, без ошибок. Готовы? 5, 6, 7, 3. Плечо, круг, плечо, круг. Рука, рука полна. Вперед, назад. В сторону, коска. Ай. В сторону, эй. На голову. В сторону. Так, супер, все. Учим последний маленький кусочек. Он будет на тех же базовых шагах, только вперед-назад. Помнишь, мы делали шаг? Раз, два, три, назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Сейчас выучим маленькую связочку из шагов. Посмотри, начну делать движение ногами в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И потом ко мне вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть в сторону, вперед, назад. Пробуем медленно, думаем. Запоминаем. Два, три, четыре. Раз, два. И вперед со мной. Назад со мной. Давай еще раз в сторону. Раз, два, три, четыре. Вперед, назад. У вас будет все точно так же, а я чуть-чуть изменю глазами на меня. Вместо первого шага я сделаю поворот. И шаг назад останется по-прежнему. В сторону, все как было. Вместо первого шага поворот. И шаг назад сохраняется. Раз, два, три, четыре. Поворот. Назад. В сторону. Вперед, поворот. И назад, как ваши дела? Попробуем добавить руки. Естественно, будет быстрее, да? Назад. Еще. Оп. Вперед, поворот. Назад. Давай сделаем ручку, вот такое движение к себе во время поворота. Как будто, знаешь, подтянуть к себе. Оп, вот так кисточкой. Раз, к себе, да. Во время движения на шаг к себе. И бедром, естественно, сюда подбегнуть. Оп, давай в сторону. В сторону. Вперед ко мне. Назад. Давай еще разочек. Ко мне вперед. Классно! Посмотри, сделаю точку. Давай со мной. Все, осталось прям вообще капелька. Мягко. Готовы? Вперед, поворот.
еще разочек. Закончилась музыка. Ждем. Мы сейчас соединяем два кусочка. Старый и новый. Так, что за темп? Отлично. Супер медленный темп. Сейчас, может, профессионалам будет немножко скучно, но вы потерпите пару минут. Готовы? Дальше включим трек быстрее. Плечо, круг, плечо, круг. Кисть, кисть, волна. Вперед, назад, в сторону. Тряска. Внимательно движение в сторону. Давай руки. Только бедра. И руки вверх. В сторону. Внимательно снова в сторону. Будет поворот. И трясочка. Ап. Давай еще раз. С самого начала. Точка. Волна. И вперед. Назад. Тяжко. Ай. В сторону. Большие бедра. Рука. Рука. В сторону. Руки вверх. В сторону. Ща. Поворот. Трясочка. Так. Мне кажется, можно включить чуть побыстрее темп. Если есть возможность, включите сейчас меня погромче вместе с музыкой. Ну что, осталось у нас с вами вот столечко времени, поэтому сейчас надо оторваться. Если вы в наушниках, это вообще, наверное, супер. Готовы? Thank you.
вами обязательно растянуться в конце тренировки. Сейчас будет чуть-чуть спокойнее трек. Мы с вами будем танцевать уже на следующей тренировке. Сейчас будем только восстанавливаться. Ну что, сделаем вдох. Следим за умом и потянемся высоко. Давай наклон на бок. В другую сторону. И еще раз. Продолжай, спина прямая, корпус на параллели с полом. Руки на пол. Все, ставь паузу, лежим. Хорошо, убираем вес тела на правую ногу. Налево. Хорошо, поднимаемся вверх. Садимся вниз, открываем колени. И растягиваем внутреннюю поверхность бедра. Правое плечо. Левое. И еще пару раз. Продолжаем. Обнимаем себя. Хорошо, аккуратненько поднимаемся вверх, сгибаем ноги в коленях, медленно раскручиваем себя, поднимаем руки вверх и еще раз тянемся вверх, руки за головой, открываем локти в сторону, расслабляемся, растягиваем грудные мышцы. И также в обратную сторону, круглая спина, вытянули себя. Руки убираем под колени, округляем спину, вытягиваем грудной отдел. Хорошо. И аккуратно поднимаемся вверх. Завершаем движение. Спина. И вперед также. Хорошо, сделаем вдох, выдох, еще раз вдох, выдох, еще пару раз. Хорошо. Ну что, очень продуктивно, по-моему, сегодня было. Спасибо вам большое. Жду вас на своих тренировках.